Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал предстоящий финал Лиги Чемпионов в Киеве. Реал Ливерпуль. Да, Реал может чувствовать себя более уверенно, но все решит игра на поле. Мы хорошо проанализировали соперника и сделали свои выводы. По дороге в Киев мы сделали очень много, чтобы также рассчитывать на победу. Согласен, у них больше опыта, но у нас тоже есть свой план. Мы не будем играть в их игру, а хотим попробовать превратить недостатки соперника в свои козыри. Мы не делали ничего особенного накануне финала, работаем по своему обычному графику. Также договорились с игроками, я отвечаю за поражение, а они за победы, так что над ними ничего не висит, они думают о победе, а остальное это уже моя забота. Когда они выйдут на поле, они будут делать все, что так хорошо умеют, давать пасы, бить и прочее. Это всего лишь футбольная игра, да, большая, но только игра. У нас на протяжении всего сезона хорошая скамейка запасных, и мы довольны таким ресурсом. Впрочем, у Реала также есть сильные футболисты в запасе, но сейчас не время сравнивать. Нас вполне устраивает наш резерв, и сейчас мы в лучшей форме, чем несколько месяцев назад. Да, у кого-то может и лучше скамейка запасных, но сейчас в финале именно Ливерпуль. Мы настраиваемся сыграть на полную мощность, и надеемся, что с нами также будет и удача. Мы хотим применить все свои сильные качества, и надеюсь, у нас все получится, рассказал Юрген Клопп.